Так, друзья, совершим маленькую такую прогулочку по нашей набережной. Красивые горы, красивое местечко. Находимся на острове Гоза сейчас. Такая маленькая набережная у нас идет, а там пляжик. Вот. Небольшой, совсем небольшой. Там место, где мы проживаем, там же рядом. И здесь такие вот виды. Вот, что у нас на этой стороне. Очередной день подходит к концу. Очередной красивый день. Прекрасный день. Тут уже выход в открытое море идет. Да, потихоньку солнце садится, закат. Очень красивое место. Посмотрим. Море бушует так посильнее, чем там. Здесь как на острове Ланзарот. Все камни черного цвета. Везде вода. Надеюсь, нас не захлестнет здесь. Все мокро. Ага, прикольно. Что-то там плавает. Да, да. Там крабы. Крабы, да? Маленькие. Какая лужа. О, посмотри, посмотри, снова. Смотри, сейчас водит вообще, а? Красиво. Ой, крабы там полные. Ого. Да, вот такой вот этот океан, хотел сказать, море вот такое. Обалденное, красивое, сумасшедшее, безумное, и выбивающее. Да, мощь. Что, друзья, пока все. Такой вот здесь. Такие виды, такие красоты. Буду экономить батарею. Смотрите, обзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Попозже на связь.